Открытие большого комплекса мероприятий прошло на площадке перед торговым комплексом ЦУМ. Программа ожидала тех, кто хотел провести время не только интересно, но и с пользой. Здесь работали сотрудники МЧС, демонстрируя оборудование и амуницию, проводя конкурсы и викторины, победители ожидали памятные подарки от представителей службы. Кроме спасателей, свою деятельность представляла госавтоинспекция города, департамент охраны и компания «Белгострах». Мы, скажем так, стартуем данное мероприятие в едином дне безопасности, и это сделали такой широкомасштабной акцией, где привлекли различные службы, связанные с безопасностью. Это не только вот пожарная безопасность, но и безопасность на дороге, безопасность в доме, вот эта охрана, и вообще в целом безопасность, вот Белгострах. То есть все такие, ну не все, а основные службы, которые связаны с безопасностью. Большое количество желающих пришли посмотреть на первый день безопасности. Впечатлил формат мероприятия, в первую очередь детей, которые с удовольствием включались в викторины, примеряли форму, представляя себя милиционерами или спасателями. Департамент охраны активно принимает в этом участие. Мы оказываем гражданам имущественную безопасность, поэтому демонстрируем здесь на данной акции средства тревожной сигнализации, как мы оборудуем, какая стоимость, ну, дабы наши граждане видели, какие мы оказываем услуги. Единый день безопасности – это цикл мероприятий. Продлится он до 1 марта. В эти дни состоятся образовательные встречи, конкурсы, викторины. Одним словом, мероприятие направлено на предупреждение чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, аварий, на обучение азам оказания первой медицинской помощи.